читая вашу книгу, встречаешься с записями о вашем поведении в течение этой госпитализации, в которых вас характеризуют как человека с фиксированными идеями, как человека, вступающего постоянно в споры. So the question is, you invite his comment on that. Yes. Могли бы вы что-то по этому поводу сказать? Видите ли, ни на какие конкретные темы со мной никогда никто в психиатрических больницах разговора не вел. Вопросы были такие, примерно. Как ваши взгляды теперь остались прежними? Such as, what are your views now? Я на это, как правило, отвечал, а что вы подразумеваете под взглядами? Mm-hmm. О чем конкретно речь? Сегодня будем представить эту книгу, я буду рассказать немножко, почему я это писал, что там в этой книге, и, может быть, обсуждать какие-то темы, которые там посвящены в этой книге. Ну, это права человека, это постсоветское строя, проблемы постсоветские. В этой книге очень много фактов и фамилий, которые уже касаются не советского прошлого, а периода Горбачева и после Горбачевского периода, когда многое уже происходило, но не все, и Роберт Ван Борен и его команда пытались как-то помочь, и не всегда это было удачно, и не всегда государство наше и другие государства воспринимали эту помощь объективно и искренне. Эта книга о нас, на самом деле, о нас прошлых и о нас сегодняшних. Психиатрия, и я же зараз о диссидентах и безумии. И от Советского Союза Брежнева к Советскому Союзу Путина. Это то, что я вважаю зараз актуальное. Мы можем знать, как оно відбувалося и какие наслідки досі має для нас. Роберт – легендарная личность. Я не буду рассказывать о биографии, она описана им в его же книге. Все, что он делал, наверное, это классическое название правозащитника. Но все это было шире, все это было глубже и во многом страшнее, потому что он занимался непосредственно самым большим ужасом советской карательной системы. Он занимался проблемой злоупотребления психиатрии в политических целях. Причина, почему я это начал писать, это было вообще, что у меня дети, которые, им тогда было 14 лет, и они как-то злились на меня, потому что в школе свои соклассники спросили, чем занимается твой отец? И вот у всех было один врач, другой преподаватель, и они как-то не могли отвечать на это, потому что они сами не понимали, чем я занимаюсь, я катаюсь по всему миру. Что-то с психиатрией, и права человека. Но дальше им совершенно не было понятно. И как-то я могу их понимать, потому что, во-первых, у меня две фамилии. Роберт Ван Борен – это псевдоним. Значит, у них другая фамилия, чем у меня. Все меня называют Роберт, хотя моя официальная фамилия, имя – это Йос. Во-вторых, у меня три паспорта. Значит, уж непонятно, какое гражданство у меня. И третье, вся эта история, откуда шло, все эти книги русские, почему я говорю по-русски по телефону, это им совершенно непонятно. Значит, это когда детям 14 лет, им это уже не интересно. Они как-то не понимают, другая жизнь у них, значит, я решил, давай, я напишу, и когда я уже буду мертвым, они могут читать, чем занимался отец. Политические злоупотребления в Украине не существуют в связи с тем, что нет заказчика, нет КГБ, нет той власти, которая была тоталитарная, а есть масса других злоупотреблений, связанных с деньгами. Например, отъем имущества и квартир у психически больных людей, где участвуют
организованные преступные группировки вместе с милицией, прокуратурой, иногда врачами. Один из моих знакомых в Москве был Вячеслав Бахмин. Бахмин был один из создателей вот этой рабочей комиссии по расследованию психиатрии в политических целях. И иногда я ему звонил в Москву, и ну, как-то вот узнавать, что там происходит. И где-то в конце января 80-го года он сказал: ну слушай, Роберт, если ты еще вообще хочешь встречаться с каким-то диссидентом, тогда лучше приехать, потому что скоро нас уже не будет. Я, в общем-то, оптимист. И я согласна, что Украина – это не Россия. Я была во многих странах, но никогда не было у меня желания жить в другой стране, а не в Украине. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день есть профессионалы. Есть нормальные люди, которые готовы помогать, развивать и, в общем-то, реформировать нашу психиатрическую службу. Сегодня Роберт у нас в институте читал лекцию для сотрудников института. И как он тогда описывал это диссидентское движение и тогда помогал диссидентам, сегодня мы его попросили, чтобы он помогал нам развивать ну, новые реформы, помогать продвигать у нас в Украине. И мы предложили ему участвовать в нашем консультативном совете при институте. Ну и в общем-то он согласился. Это тоталитарная психиатрия. Значит, это все основано на том, что убрать человека из общества, закрыть его, ну, поставить его за забором в закрытой вот комнате и наколить вот лекарствами, чтобы он замолчал и не трогал бы вот других людей вокруг. Ну, в принципе, это образ, это зеркало общества, в котором это все существовало. Значит, ну, это одна проблема, что, значит, если хочешь изменить вот эту психиатрию, тогда надо изменить все это общество. Чем больше масс-медиа будет об этом говорить, объективно, честно, потому что не все так просто, и иногда некоторые журналисты ищут потерянные какие-то ситуации совсем там, где их нет. Ну, предположим, психбольной в силу бредовых каких-то обстоятельств убил кого-то на улице. Ну, известная история нескольких лет назад в Чернигове, в Крыму. Но это редкость и это нетипичная ситуация, потому что, как правило, опасны все-таки психически здоровые люди, а не психически больные. А заниматься расследованиями в тех случаях, когда есть необходимость защитить конкретного человека, вот наши журналисты не очень любят. Я думаю, что это даже не страх, это хуже, это лень. Всего несколько человек сделали то, что вы сделали. Почему вы? Нет, это неправда. Это только я стал известен. It's just that I became known. А сколько безвестных